О кавказском колорите через искусство. Более сотни художников из Северной Осетии представили свои картины в Краснодарском выставочном зале. В экспозицию вошли произведения как и именитых мастеров, так и молодых живописцев. На выставке есть и предметы народного декоративно-прикладного искусства, украшения и резьба по дереву. Это выставка обменная у нас с художниками Краснодарского края. Инициаторами выступили, кстати, Краснодарский край. Мы очень были рады этому, потому что мы об этом многие годы думали. И, наконец-то, она у нас осуществилась. Осетинский колорит – это название выставок, которые мы проводим ежегодно в разных регионах юга России. И сегодня вот мы его будем открывать здесь, в Краснодаре, зная, что здесь прекрасные художники, наверняка и зрители искушенные, и нам немножко боязно, конечно. Но все же мы представили здесь около 180 работ, около 100 художников участвует различных поколений. И концепции выставки как таковой нету. Выставком отбирал лучшие работы. Если даже одна работа кому-то интересна будет сегодня, то мы будем довольны этому. Увидеть все это можно до 7 сентября. Примечательно, что в этот день во Владикавказе откроется выставка кубанских художников.